Итак, всем привет. Это я опять. Ваш любимый канал. Да. Или еще нет. Смотрим. Мы идем дальше. Нужно запустить лифт. Еще дополнительное задание. Упс. Сюда же. Какого-то мертвяка нужно убивать. Посмотрим, что тут. А я что, внизу? Опять? Мне опять внизу ехать? Сделаем фотку красивенькую и поехали. Я хочу наверх, а не вниз. Давай, да, давай ты наверх. Знаешь, по-моему, мы классная команда. Пожалуй. Да? Может, я однажды тоже стану агентом, как ты? Нет. Что скажешь? Будем вместе защищать Америку от всех угроз. Ну-ну. В любом случае, сначала надо выбраться отсюда. Фу, зануда. Сама ты зануда. Ладно, где мои любимые ящики или что-то похожее? Вот, есть одно. Что тут? Откуда эти ящики вообще появились такие странные? Вот это. Это кто-то из замка притащил? Нет? Что карта показывает? Хм? Ничего. Темно. Мне нравится. Итак, транспортировка янтаря. Хочу подчеркнуть, что при транспортировке янтаря из подземных осторожно надо. Святой плоть. Ну вот. Ясно. Это янтарь такой. Интересно. Что тут? Вот про что говорил Луис. Да. Они отсюда. Даже не нужно читать эти документы, листовки. Все и так понятно. Откопали какую-то мразь. И вот теперь это. Ну ничего, посмотрим, что тут есть вообще-то. Итак. Смотрим тут, смотрим тут. О, здесь можно пройти даже. Что здесь? О, я возьму. Хорошо. Опять что-то непонятное. Селдлер. Владыка даже. Они улучшили этих паразитов, да?
Но все рады, все довольны, они просто научные ублюдки. Ладно. А? Да, я вижу, что нужно туда посмотреть. Ух ты, какой огромный. Падите ниц. Это наша святая плоть. Промысел Божий. И скоро. Этот щедрый дар обретут все. Лас Плагас. Здравствуйте, дети мои. Я Осмунд Седлер, глаз Господа нашего. Да мне похер, кто ты. Глупые агнцы, почему вы отвергаете дар? Дитя, отринь свое тело. Подчинись, подчинись глазу Господа. Нет, нет. Хватит. Нет. Милое дитя, не протився. Давай, давай! Молодец! Ну вот. Боже, прости этих грешников. Мой верный послушник дарует тебе твое наказание. Дитя мое, не нужно бояться. Отринь свое тело. И освободись от страха. Опять спасать? Да сколько можно? Какой не мерзавец. Он верующий. И все. Он просто верующий. Ух ты. Открыло. Не ожидал. Стоит. Вот тут ничего. Что тут? Может, сперва вы от этого? Ты мелкая тварь.
5. Краузер, ох ты. Да, вы мощные, да, да, там. Что такое, и так далее. Давай пипи. Слышали? Да! Ку-ку. Привет! О, ты! О, здравствуй! Ну, по одному, помаленьку. Кто следующий? Странные вы. Еще. Да, где? Где еще? Ну? Тупой. Упс. Все? Как-то странно они шли ко мне. Вкусняшки. О, здесь есть какой-то домик. Здесь я могу попасть? Конечно, нет. О чем я просто думаю? Почему так мало денег? Скажи мне. Что тут? Здесь ничего, да. Да, конечно, ничего. Нечего мне здесь сделать. Ничего. Идем отсюда. О, граната. Давно не было. Револьвера, патрон. Надо ж. Неожиданно, даже сказал бы. Что у нас тут? Ножей много, надо и что-то с ним сделать. О, это сделаем. Пригодятся. Места нет. Вообще нет места. Ладно, пойдем. Я тут был внутри. Не был. Слиток. О, пипи. Хорошо. О, что? Хорошо. Они отреклись от армии, стали этими лас плагас. О, сеньор. Пошли все. Все погибли.
Все погибли. Это бесполезно читать здесь, я так вижу. Что это? Чего? I am waiting. RPT. Леон. Ха. Повернуть нельзя. А, нельзя. Вот, ты красиво. А как в другую сторону, я забыл уже. А, вот. Ничего нету. Ты хорош раз добрался сюда, салага. Я подготовил поле боя для таких солдат, как мы с тобой. Это место, омытое за сотни лет кровью множество поколений, идеально подходит для того, чтобы покончить с тем, что началось 2 года назад. Ясно. Сколько здесь? Похищение Элли Грэм. Всем она нужна. Машина под предлогом. Машина... Эйбла меняет курс. Бла-бла-бла. 4-й этап, 5-й. Неинтересно вообще. Ни капельки. О, боже мой. Не ожидал. О, как раз. И не полная. Пять, шесть, семь лечений. Много. Точно много. Сигареты. О, ящик. Ну, что я скажу? Пусть лежит. Пригодится кому-то. Только не мне. Вот деньги нужны. О. А ты сильная или нет? Нет, вороны не сильные. Что тут? Ничего. Было бы обидно, если какое-то оружие... О, только о! Лучшие товары. Да надо же. Здесь ты. Давай посмотрим. Привет. Что могу предложить? Ничего, я хочу продать. Это... Готов купить почти все. Это нужно, не нужно, хрен поймешь. Револьвера, неинтересно. Нечего мне продать. Совсем. Ну а где патроны к нему, вот? Не могу просто. Спасибо. Нервирует. За ножом надо регулярно ухаживать. Его лезвие — грань между жизнью и смертью. Я продаю много отличных товаров, чужак. Я знаю. Я бы купил этого лечения. Нету лечения. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг как? Оно спасет тебе жизнь. Драгоценности не пригодятся. Так, так. Это однозначно мне пригодится. Итак, ты только там не убейся.
Еще не знаю, если честно. Фу, подумал дверь. Ха. А? Ты вроде продал? Странно. Ну. Пипи. О, давай. Это пригодятся очень даже. Все, да? Ладно, сохранялка. И пойдем сражаться в поле боя, как он говорит. Порадуй себя, друг. Пим-пим-пим-пим. Вот, поле боя. Да уж, это точно поле боя. Оба. С кем мне сражаться? Сейчас узнаем. А я ждал тебя, салага. О, ты за девчонку переживаешь, что ли? Это в твоем стиле. Здравый смысл не твой конек. Если ты надеешься, что я отпущу тебя живым, ты еще наивнее, чем я думал. Тебе ее не спасти. Тебе никого не спасти. Хватит, Краузер. Прислуживая этим безумцам, ты никого не вернешь. Нахрен тебе это? Отомстить властям? Парни были бы против. Месть. По-твоему, я сделал все это ради мести? Разве не этого ты хочешь? Нет. Тогда в джунглях я осознал главное. В нашем мире нет ничего важнее, чем абсолютная незамутненная сила. Лос Иллюминадо сдали мне ее. Ты всегда был говнюком. Но у тебя при этом были долбанные правила. У тебя была честь. А что теперь? Хватит о прошлом. Научим тебя быть мишенью. Опять сражаться? Забудь о жалобе! Баба! Оп, чего не жил? Ну. Ты медленный и чертовски слабый! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Да бежи ты уже! Что с тобой? Боже ты! Не помню, чтобы я учил тебя таким приемом! Я-то учил не работать с твоим противником. Ух ты, какой резкий. Лучше поспеши. Мало ли что случится с девчонкой. Что здесь? Кран какой-то открыть? Ну давай. Там есть красная нить. И здесь красная нить.
Это закроется, да? Нет, не идет. Наверное, помнишь тот бой в джунглях, когда мы еле выбрались? Не думай, а действуй. Первое, чему ты меня научил. Он устроил тут огромную ловушку. В таких условиях его не победить. Сволочь, играется. А как? Блин. Отсюда надо было. А как мне тогда? Гранату бросить, что ли? А, вот. Откуда? Даже не вижу ничего. Еще как помню, сука. Чего? О, еще живой! Везунчик! Ты где? Все время прятается. Да, он умный, соглашусь. Некуда поставить. Стой. О. Идем сюда.
пошел нахрен. Должен признать, ты молодец, раз до сих пор жив. Я перестал слушать таких, как ты. Смерть забирает трусливую неосторожность. Ты какой? Не знаю. Спрошу смерти сам. Неужели это только ради меня? Не стоило. Пойду на все, лишь бы порадовать красавчика. Думаешь? Я так не думаю. Ладно. Будешь стрелять. Ты прошел испытание с честью. Держи награду. Пошел в жопу. О, какой ты. Я слышу. Куда? Куда он может быть? Кто знает? Смерть близка! Наглый ублюдок. Нет, нужно нормально лечиться. Решил пойти до конца? Подумайся! Мы с тобой две стороны одной монеты! Никогда не договоримся! Сильный. Очень. Ты проделал такой путь, но так ничего и не понял. Сказать, я разочарован. От тебя это даже приятно слышать. Это все, Краузер? А я говорил, устал повторять. О, боже мой. Ты слабак. И никогда не сделаешь как надо. У меня нет патронов нормально. В этом разница. Между тобой и мной, салага. Я потрачу все лечение, это точно. Пора завершить твое обучение. Какое еще обучение? Узри мою силу! Ты совсем чокнулся, Краузер. Получился!
И это твоя сила? Я бы попросил вернуть деньги. Ты еще пожалеешь о своих шуточках. Для дробовика. Хрена нету. Пих-пих. Шестое, наверное. Тебя не убивает меня! Я хочу бить! Что? Опять нет места, опять. Все время нет места, все время. Это сложно. Пипи. Ну и пипи тоже хорошо. Градата. Пятая. Ладно, идем. Ух, как все здесь. Черт. Обучение не закончено. Последний урок начнется сейчас. Нет. Пора проучить учителя. Какая самоуверенность. Да он очень сильный. Да нажимал. Ну ты готов, салага. Уладим дело. Не удивлен, что ты все. Я нажимаю я. Не могу просто. Бесит. Не дурно, но нечего я и не ожидал. В конце концов, я лучше всех знаю твой потенциал. Видишь истину. Долго ты еще планируешь сражаться в этом слабом, примитивном теле? Да ты бежишь. Пока не выполню задание. Ты сам когда-то так сказал. Это вылечит? Нет, это не вылечит. Тебе пора перестать жить в прошлом! Краузер, которого я знал, мертв. Больше, чем был до этого. Мою защиту не пробей. Давай напролом. Ты подставляешься. Сила решает все. Слабакам никого не спасти. Если ты не остановишься, спасать будет некого. Когда-то ты это понимал. Вот! Тут ты не прав. Я ни черта не понимал тогда, но не теперь. Ты же видишь эту мощь. Представь, какую силу мог бы обрести. Чтобы стать таким же чудовищем? Да ты просто сумасшедший! Любишь ты вставить последнее слово? Вот, я забью его тебе в пасть!
твоей. Хорошо, что прислали тебя, а не тупой кусок мяса. Бесполезно. Нам пора заканчивать. Ну давай. Узнай, кто из нас лучший боец. Вставай! Нет, равных! Я же... Тупица! Это только сила. Ну, делай, что должен. Ну, давай. Думал, напролом его можно как-нибудь. Это было бы бесполезно вообще напролом. Вообще было бы бесполезным.
Ничего. Все. Ничего нет. Все потратил. Какой я хорош. Ни лечения, ни патронов. Автоматически. Итак, победили. Да. Сохранимся. И продолжим. Думаю. Другую серию, да? Или нет? Или еще будет какая-то заставка? Нет. Здесь остановились. Продолжим тогда. Всем спасибо, что посмотрели. И пока.